Значит, в Давосе было собрание лидеров, потом пресс-конференция Евроцентробанка. Процентную ставку Канада оставила на том же уровне на этой неделе. Ну, в общем-то, ну, ВВП Канады немножко на 0,2% была отчетность. Отчитались крупные банки по штатам, и на следующей неделе также из важных новостей Новая Зеландия решение по процентной ставке, потом запасы сырой нефти по США опять будут мучить всех своими процентными ставками, и в пятницу решение по процентной ставке Российской Федерации. Сейчас на уровне 11%. Пока нет никакой информации о том, какие предполагают изменения аналитики, хотя в принципе как отчитаются, так и будет. Предположение — это дело такое, особенно неизвестных аналитиков. Вот из важных таких, которые могут создать, допустим, волатильность на S&P, по штатам, по инструментам штатов, это продажа нового жилья в среду, но такой среднего по важности значения, а ВВП четвертого квартала по штатам — это уже серьезно. Вот пятницу 16:30 аналитики уже данные разместились, и 0,8 планируют, что будет отчетность по четвертому кварталу. 0,8 в сравнении с предыдущим — это 2%, то есть сильно упал. Для такой страны это сильное изменение. То есть если так и будет, то я думаю, весь финансовый рынок начнет коррекцию, на снижение двигаться. Также Британия считается по четвертому кварталу, но в четверг в 12:30 из важных. В принципе, и все. Так, отчетность. И сегодня немножко пробежимся по лидерам в рейтинге, буквально совсем поверхностно. Сейчас я вам зачитаю, какие компании крупные отчитываются на следующей неделе. И начнем. Так. Много разговоров о замедлении экономики в Китае, и все боятся, что Китай подтянет за собой финансовый рынок. Ну, я думаю, это все манипулятивный новостной фон, в принципе. Так, отчитывается из известных таких компаний, как Apple во вторник. Потом, там рыночная капитализация огромная просто. Facebook, социальные сети, судя по всему, будут отчитываться. Santander. И Microsoft отчитается с MasterCard. Вот, в принципе, такие гиганты, которые огромная рыночная капитализация. Итак, давайте посмотрим, как справляются трейдеры с текущей обстановкой и пробежимся по рейтингу, посмотрим, кто уже вышел в лидеры, кто занимает первое. Так, возьмем не CME, а S&P. Сначала.
Первое место занимает Невада. Странно. Раньше не видел этого участника. Четыре сделки. Одна прибыльная и три отрицательных. Наверное, стоит в продаже с самого начала. Давайте посмотрим. Вот. График его сделок. Да, судя по всему, вот он. Ну, конечно, продажа на грани реального, но то, что держит до сих пор, это интересно. Так, Рюрик, одна продажа. Вот этот, наверное, трейдер действительно зашел. Да, тут похоже на реальность, то есть как раз на первых числах после Нового года, пока все отдыхали, он... Жаль, что стоп не поставил. Так бы было вообще замечательно. Есть терпение, держит, отлично. Так, Life is so short, третье место. 35 сделок, 22 плюсовые, хорошая серийность. Пират, знаем таких. Две сделки, две в яблочко, отлично. Баз, новый трейдер. Серийность не очень, но как-то все-таки вытащил. Макс. Слабенькая серийность, но видно сопровождение. Так, дизель, восьмое место. Много сделок, но очень много сделок. 90 на 90. Paper trade. 27 сделок, 15 плюсовые. Хорошо. Такие, ну, аватар, ну, никнеймы, ну, просто ни к чему, я думаю. Такие не, даже не, не, нельзя прочитать. Тот 88, новый трейдер, хорошая серийность, но сделок как-то многовато. JK. Да, очень много новых трейдеров. Golden Bull сейчас занимается. Так, да, есть старички, есть недавние трейдеры, есть даже новенькие лица. Отлично, будем смотреть. Смотрю, очень много активных участников, которые много сделок открывают. Ну ничего, у них еще все впереди. Матрикс 17. АГРТС с 15. Так, Good Trades, две сделки. Давайте на них посмотрим, что это за шедевр. Да, один раз вход. И продажа с фиксацией. Ну, это, скорее всего, лимитник сработал. Вот почему я всегда призываю сопровождать позицию, а не пользоваться такими лимитными ордерами. То есть все закрыло, и можно было бы еще подождать возврат к 64-й, там уже принимать решение. Ну, в общем-то, с одной стороны, тоже правильно. Зафиксировал и спокоен. Второе место 919. Две сделки. И они прибыльные. Супер вообще покупка. Да, вот недавно начал, активировался. Проставил покупочки, закрыл и в пятницу вечером решил открыть продажу. Но это, я считаю, лишнее. Раз вот в пятницу после закрытия дневной сессии надо открыть продажу. Задумайтесь. Так, Авыгуров тоже 62 сделки. Макс 23 сделки. Тут серийность хорошая. Леон тоже 5 сделок, 2 плюсовые. И Денчик, Сергей, Маркуша. Ух, Маркуша сколько сделок. Вита, SVK. Санчес, да, есть новенькие, Арджуна. Ну, в общем-то, неактивно как-то в этом сезоне, в этом контракте. Рублик, рубль, 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 Алекс 0.1 пока вырвался с огромным преимуществом. У него 12 сделок, 7 плюсовые. И сейчас держит продажу. Давайте посмотрим на его активность.
что я... Так, вот у нас открыта продажа, которую нельзя открывать. Ну, мы договаривались, чтобы в рейтинге не было таких сделок. То есть, де-факто, где-то здесь бы открытие надо было делать. Так, так. Покупка и постепенная фиксация. Есть недочеты по фиксации, конечно, но терпение сразу заметно. Так, и Рюрик. Одна сделка еще открытая, даже не фиксировал. Это, скорее всего, покупочка, вот она. В общем, недолго думая, сразу 72-й. Тоже стопа нет, жаль. Так, ну, тоже терпения много. 919-й тоже одна сделка. Ну, как видите, ну, лично я даже слежу за статистикой. Ежеконтрактно те трейдеры, которые открывают не так много позиций, там 15-30 за весь контракт, у них хорошая отчетность, у них лучше, чище сделки, то есть количество не значит качество, да и рынок в принципе не дает столько хороших четких входов и ситуаций, моделей, то есть, да и по вероятности, чем больше заключается сделок, тем больше вероятность совершить ошибку или неправильно просчитать маркет. Вот, так, ну, пока вот в плюсовой зоне 22 трейдера. Давайте еврик посмотрим, валютные гиганты. Девиль тоже, видите, 4 сделки, 3 плюсовые, и он лидер. Дизель очень много сделок, 100 сделок, 53 плюсовые, 45 отрицательные. Я уверен, что из этих 98 сделок одна какая-то была, там 2, 3, 4 результативные, хорошим движением. Остальные все так, по мелочи. Но такие есть, которые вообще как бы не без промахов, нечитабельный ник. BIG, 23 сделки, 13 плюсовые. Идеальных тактик, стратегий, подходов не существует. В любом случае есть риск, как и в любом бизнесе. Есть какие-то потери. Так что отрицательные сделки — это нормально. Главное, чтобы их не было больше, чем плюсовых. Так, Зубр первый раз вижу. Телец 49 тоже не видал, но уже 8 место. Заместокл 700 сделок. Пирамида. Paper Trade 11 сделок, 6 плюсовые. Хорошая серийность. Да, очень много новых трейдеров. И тут ситуация на еврике получше. Сейчас давайте отсортируем. Получается у нас 26 трейдеров из всех только в положительной статистике. Так, еще чуть-чуть, буквально сейчас золото и нефть, и приступим. Тут, видите, по фунту 15 трейдеров всего лишь участвует. И у 5 только есть результаты. Так, золото. Так, М8, ну это забронированные места, постоянно М8, и еще его соперник тут, видно, отдыхает в этом сезоне, нету что-то. Матрик, Ситибой, Ермак, тоже много сделок почему-то. И посмотрим нефть и начнем. Всего лишь 5 трейдеров, плохо. Так, S&P. Итак, ликвидность в последнее время была такая заметно повышенная, и на такой повышенной ликвидности
как-то уж очень аккуратно идут на снижение, что, соответственно, вызывает вопросы. То есть, если хотят падать, то они на таком объеме, как этот, могут преодолеть достаточно сильное движение. И есть подозрение, что совсем это не на падение такой объем заходит. Давайте сейчас еще пару лет назад. Вот видите, как на большом объеме падают. И затем после этого снижения сразу же пошел 4 дня плотный такой активный вход. Вот они как раз пришли на этот уровень и буквально на 3 дня ушли ниже трех восьмерок. Наш замечательный уровень. Где он там? Еще не все потеряно, могут на самом деле еще и коварно пойти наверх. Вот. Будем смотреть, как они с этим уровнем будут работать. И здесь нужно чуть фильтры пожестче убрать. Слишком уж жесткие. Выделим диапазон, который стоит мониторить на предмет активной поддержки 18.55. Ну, это уровень как раз на этой неделе сформировался за счет сессии той пятницы и вот буквально четверга. Такой еще объемный уровень на 36, но больше вот массивов формировали как раз в этом диапазоне. 78 по 55, если будут стараться не пускать ниже, вполне может послужить точкой для начала восходящей динамики. Пока станок они не выключили, процентную ставочку чуть подняли, но это массивность, которая может создать сопротивление. Тут особенно вот эти две сессии плотненько быстро загрузились и с тех пор два раза даже тестировали, не пробили 41-ю. 4 дня тут стояли на уровне 14, там по 34, 30. Вот здесь мы их просто объединили в один диапазон, поэтому 914, 941 по S&P ближайший уровень сопротивления. То есть здесь у нас resistance. И следующий такой объемный островок — это 85 2010. Так, ну и плита, которая формировалась достаточно долго. Опять же, не забываем, что осенью выборы нового президента штатов, и осталось буквально вот мартовский контракт уже недолго и до закрытия, еще там февраль, правда, и часть марта, но буквально полгода и начнется, даже не полгода, может начаться обвал и весной, и летом сбрасывать будет жестко. Если останется у аппарата та же команда, то коррекция будет как раз вызвана перестраховаться, то есть на всякий случай люди будут скидывать пакеты. И, возможно, даже это все отобразится на золоте сильным ростом. Но если команда та же останется у управления штатов, после этой коррекции перед выборами могут еще чуть-чуть продолжать коррекцию, затем затариться на покупку. А если поменяется полностью аппарат, придет к власти другая команда, то можем опять до трех шестерок даже увидеть снижение. Так, это вот фон. Давайте посмотрим на открытом интересе. Как видите, 3 дня 20-18, 19, 20 и сегодня фиксация была. По текущему контракту видно, что здесь выходили вот этот участок. Вот. Зашли в четверг, там как раз объем был неплохой, и этот уровень мы отметили с вами в качестве поддержки. Вот на него и делаем ставку, то есть постараемся следить, чтобы его не прошли. Ну, то есть поддержали и дальше уже
сопротивление 14 и по 44. Потому что здесь как раз позиции открывали. Но большие деньги могут и целый месяц покупать падающий маркет, поэтому тут нужно еще на дельту посмотреть. Так, покупали вчера все-таки, ну правда дельта небольшая, значит еще не время для старта сильного движения, и наверное недельку они еще могут в этом диапазоне, примерно там 36-45 по, ну, желательно конечно, чтобы не ушли ниже четверга, а лучше даже 18-60, то есть вот в этом коридоре проболтаться, могут дальше собрать какой-то там ликвид, и возможно все это дело продолжится. Либо неспособность пробить даже этот диапазон уже будет подчеркивать слабость байеров, и покупки стоит повременить. Так, и детально на неделе. Там видели дельта практически всю неделю была продавцов, именно за ними контроль был. В среду была разворотная модель, отличная. Ну, даже вот такой диапазон можно смело взять. 38, 18, 20 баксов. Здесь как бы две массивности вот этого уровня. Можно их объединить в один диапазон. Потом закрылись на максимуме дня, и на следующий день штаты торговались выше этого уровня. Собственно, неделю закрывают на вершине, то есть ну ближе к максимуму. И не падают, это тоже хороший признак. Поэтому налицо, возможно, перед нами сейчас разворотная неделя. И ядро его этой недели на 70... по 59, ну пускай 60 будет. Это ядро. Даже если уйдут ниже ядра там в понедельник, главное чтобы этот уровень могут протестировать, еще там сходить, и это для покупок положительный будет сценарий. Если начнут даже заходить и не пускать ниже этого уровня, в принципе еще позитивнее. Ну, ждем, если надо еще пробить потолок недели, соответственно, уровни, которые там на сопротивление мы отметили. Так, ситуация на FSX и DAX. Здесь, как видите, практически с гэпом пятница торгуется относительно четверга, среда тоже была на объемчике. То есть вот этот рост идет на топливе. Это хорошие признаки. То есть ну, могли зайти как раз этот форум Davos. Мог дать какую-то информацию для финансистов. И они, возможно, получили ее положительно. Вот этот диапазончик по FSX надо осилить для покупателей, чтобы подтвердить свое преимущество. Ну и не пустить ниже 29.40, 28.75. Здесь 3 сессии, а здесь 2. Мы его объединили, этот диапазон, такой вот уровень поддержки. То есть коррекции к этому уровню приемлемые, как раз будет формироваться такой разворотная модель на покупку в виде голова и плечи. И как раз с правого плеча уже будет уходить. Так, ну, ликвидность пока есть, это уже радует. Если бы ее не было, тогда были бы шансы очень малы. Так, на DAX'е тут, в принципе, повышенная ликвидность идет еще с той недели, с четверга той недели. И здесь буквально вот среда и четверг активно себя вели. Сегодня чуть меньше объема. И
плита, которая может создать проблему. Вот она, уже подобрались к ней. 98.40, 10.050. То есть пробитие этого диапазона как раз будет говорить о положительной активности байеров. Очень объемно и в очень узком диапазоне в среду этот уровень поддержки, те, кто торгует DAX, обязательно выделить, тут хороший объем прошел. Сегодня похожие сессии, тоже очень плотно, концентрированно берут объем. Скорее всего, это связано с тем, что участников мало, и им приходится в таком плотном диапазоне собирать все, что есть. Так, РТС. Те, кто спрашивали насчет, когда начнется кафедра, там где полгода будет идти подготовка, уже есть число 14.03, первое собрание будет. Это вот по поводу начала. Информация с понедельника будет на сайте Wolfix. Так, уровень 68500, 70500. Тут была повышена ликвидность, ну как, не весь период, но были такие сессии и плотненько поработали, поэтому на всякий случай мониторьте этот диапазон, потому что после него, после этого массива еще рухнули на 64-ю. 64-ю берем в качестве ориентира на поддержку. 62600, 64600. Две сессии тут, как видите, объемчик был 1 100 000, 1 173 000, одинаковый объем два дня. И сегодня 1 100 000 тоже. Три дня одинаковый объем. На DAX'е уже со среды начали стартовать. Здесь, видите, только вот в пятницу отреагировали. Значит, вот этот уровень понедельник могут откорректироваться, самое главное, чтобы вот этот левел не пустили ниже. Пробитие 70500, 68500 вот этого коридора — это хороший признак активности байеров. Так, ну и нефть, естественно, тут без этого черного золота никак. 76-79500, там диапазон вот такой вот был последний перед продолжением снижения, и возврат к этому диапазону, я думаю, тут немножко приостановит свой рост, и дальнейшие уже действия будем рассматривать на следующих обзорах. Ну, если вернуться, это будет неплохо, это будет неплохо, и я бы еще посмотрел в довесок, так как многие из вас торгуют фьюч на РТС. Активность объемную на Сбербанке и на Газпроме для сравнения. Итак, на Сбербанке зашли в достаточно так не маленькие, 20 миллионов. Последние такие вот были размещения 8-10. После этого, после 20 миллионов, как видите, движение было сильное. Коридор, значит, 92-90, можете даже не 90, а 87-88. В качестве, давайте я выделю точно. Так, вот этот мы убираем. Эти оставляем. Значит, тут 90.5 и 86.5. Вот этот коридор, если не посмеют даже ниже уйти вот этого уровня, это огромный плюс активности покупателей, то есть удерживают цену. И второй, еще такой уже последний блокпост, это вот среда-четверг коридор. Он чуть пошире, но на всякий случай выделим. То есть вот две сессии. Объем тоже был неплохой, не 20 миллионов, но был. Значит, сегодня, видно, поступила информация уже
о каких-то изменениях относительно нефти и заходят по Сбербанку. Как видите, 20 миллионов, 23 миллиона, после этого меняется на Сбербанке все. Вот этот объем, он как бы визитная карточка. Вот здесь зашли и ушли. То есть здесь зашли, ушли. Поэтому ожидать движения тут де-факто надо пробить 93-ю и все. Тогда уже вопрос решен. Так, ну и Газпром сейчас, если там такая же активность, то ждите, скоро РТС будет меняться. Так, Газпромиус. Шесть и пять миллионов оборот. Вот такая активность была уже на максимуме перед падением. Два раза по 6 миллионов. И 6 миллионов бросали еще на той неделе. Ой. Да, на той неделе. Вот этот уровень. Чуть-чуть еще проторговали ниже. 24-ю потрогали. И тоже 6 миллионов. Тут как бы 6 миллионов. Значит, поддержка 124-127. Этот уровень мониторьте на предмет защиты со стороны селлеров. Ой, байеров. Обязательно удержать цену выше этого диапазона. Пришли как раз и остановились на диапазоне, давайте его выделим, который должен был быть сопротивлением. В принципе, ведет себя пятница неплохо относительно этого диапазона. 130-132, грузится в 6 миллионов. И если даже ниже пятницы не уйдет с понедельника, там вторника, Газпромчик, то в принципе у нас шансы на рост. Так, Сбербанк по дельте сейчас мы подтвердим. Да, вот два дня идет дельта на бай по Сберчику. Миллион полтора и 1,6 миллиона по Газпрому. Если подтвердится дельта, то да, вот видите, два дня они пакуют. 1,2 миллиона. Тут весь диапазон фактически на Газпроме сегодня проторговали. Четверг 650 тысяч. И посмотрим сейчас еще активность, какая там на инструментах по сделкам. Ну, в общем, будьте готовы, вполне может быть. Вот у нас вчера так зашли, прям топовая активность. На самом деле это не самая высокая активность по индексу непосредственно исторических данных, но по крайней мере это топовая на этом периоде. Так, и сегодня чуть-чуть пофиксили, скорее всего боятся просто на выходные оставлять, я думаю, из-за этого. Так, и в принципе тут, значит, четверг из ключевых по РТС для уровней, потому что среда, вторник, понедельник была фиксация, в основном там выходили из шортов. Так, давайте теперь саму неделю посмотрим, уровни для более тонкого анализа. Ядро, оно же и поддержка, 63 700 по 62 600. Я бы еще захватил к этому диапазону 61 800. Тут как раз вот четверг, дозагрузили после штатов, дозагрузили, то есть дождали штатов, еще забросили объемчика. Поэтому вот этот весь коридор можете себе смело брать в качестве ориентира.
63500. Вот этот коридорчик в качестве поддержки. Но тут еще есть у нас пятница такая активная. Здесь три раза такие были вот аномальные 15-минутки с утра, потом в обед и уже после штатов. Значит, это уже второго ранга, но все равно посматривайте, могут их поддерживать. Так, чуть темнее выделю их. Это утренний. А это вот уже ближе к штатам. Диапазон. Ну, вот этот ближайший, конечно, может пострадать, но вот если с этим начнут активно работать и объемно поддерживать, то неплохие признаки на возобновление роста. В принципе, такой вот четверг-пятница неплохой, да, динамики. Любой массив, который размещается, толкает котировку выше. Закрываются на максимум недели, обновили максимум, что тоже хорошо. Ну, в общем-то, как говорится, дай бог. Так. Рубль. Здесь 8 миллионов, скорее всего, вмешался центробанчик. Было вот 9 миллионов, когда на 72-ю пришли. И там по 8 миллионов забрасывали, то есть такой был достаточно объемный период. Здесь 8 миллионов на 85-й. 450 на 6, на 85 450 500, ну, там чуть ниже. Более детально давайте это все. Так, вот 150 тысяч, 200 началось, и по 200 практически до вот этого диапазона. Вот коридорчик засыпали полностью объемчиками. Вот такой вот контрольный уровень на сопротивление. Потом открытие утром сиганули сразу на 82,5, и с тех пор как бы корректируется тоже на неплохом объеме. Тут 6,5, и здесь 6 почти 200. Значит, 8,250 на 85 остановили. 78 по 77,300. Это вот поддержка ближайшая, которую будут проверять, и такой островок поддержки, как раз к нему и пришли, к этому дню. $4.7 миллиона. Если пробьют, то уже следующая активность должна быть на этом уровне. Коррекция в район 82-й, там 81-й, вполне может быть, и она может быть спекулятивной. В принципе, если нефть не продолжит снижение, то вполне могут сначала создать как бы сброс всех селлеров, которые будут на фьючерс заходить, а потом уже будут корректироваться. Поэтому вот здесь две сессии стояли на максимуме. Потом вот похоже на текущую ситуацию, как сейчас с пятницей. Видите, волатильность продолжалась еще на неделе. И тогда уж только ушли на коррекцию. Но ситуация сейчас крайне уже предельная. Хоть на 72-й там тоже, в принципе, не смешно было. Но это уже, конечно. Поэтому, если уходят ниже этих уровней поддержки, пробивают, либо там будет стоять маркет, это, в принципе, неплохие признаки на возможный возврат рубля в свою привычную ценовую зону. 72-73, это вот загрузка была самых хитрых перед покупкой. Потом 69-850, тут 4 сессии втихую грузили
хеджировали, наверное, обладатели ценной информации свои средства в рублях. Ну, в общем-то, надежда появилась. Вот, собственно, надежда 21.01. Так, на споте. Если на споте тоже такой актив, то... Да, здесь вот повышенный оборот идет 3 дня. 7,5, 9,7 и 8. Вот реверсивная модель с 80 по 85. И вот две сессии на 79. 78.3. Сейчас посмотрим по дельте, насколько там отпечаталась активность байеров, ой, вернее, селлеров по фьючу. Потом 76.5. Хороший признак, что, возможно, продолжится динамика, которую начали с четверга. Торгуются пятница на в минимуме, что на фьюче, что на споте. Прям просто лежит на минимуме дня и, в принципе, минимуме недели. Корректоз там до 81, 80, ну, желательно не выше. Вполне ожидаемый сброс селлеров, как бы, ну. Потом вот здесь, ну, тут мало объема, поэтому его могут и пройти. А вот 71, 72, тут... Опять же, две недельки так по-тихому, вот на небольших объемах перед новогодними праздниками зашли, и все. Ну, в принципе, тут 69-й, как начали заходить. Стоят во флете две недели, вот здесь был, загрузка была. Так, дельта. Сначала посмотрим активность какая. Да, вчера вот очень много открыли. И сегодня очень даже зафиксировались. Я думаю, что фиксация как раз сегодня мы видим фиксацию байеров. Это посмотрим сейчас на дельте. В принципе, должна быть дельта огромная на шорт, да, вот 173 тысячи на рубле дельта, вчера тоже 146. Я думаю, что как раз после вчерашнего объемного давления сегодня уже байеры окончательно убедились, что возможно уже коррекция. Ну, в общем-то, вся неделя такая вот, вот на стороне селлера. Вот здесь две цены неплохие такие по дельте. Вот сильный дисбаланс по четвергу, хорошо поработали продавцы. Даже вот до 83 500 можно спокойно брать. Тут 19 000 дельта, тут 17, и тут плотненько поработали селлеры. Берем это в качестве ориентиров, где будут защищать продавцы свои коридорчики. Потом вот здесь тоже, видите, плотно почти каждая цена идет на селлере. Ну, 82 81 500 можете смело брать. Отпечаток селлеров тут, ну, найден. Итак, у нас так много диапазонов. Ну, а как же еще? Значит, самое главное, чтобы вот этот архи активный диапазон по рублю не больше не преодолели. Тогда вот это как бы до этого уровня еще коррекция, это спокойная зона. Опять сюда будут возвращаться, дела обстоят хуже. Вот. Если протестируют 82-ю, пойдут на коррекцию, даже будет хорошо.
Но, в принципе, коварненько могут и 83-ю, 84-ю пощупать. Две сессии на продавце, и вот тут как бы уже начали шортить 19-го. Ну, в общем-то, вот такая схемка. Так, евро. Запись Али. Хорошо, я передам, чтобы выложили сразу запись. А вы из какой страны? Откуда к нам на Wall Street Online? Так, алерт, который я ставил, пока еще живет, но я его убрал, чтобы не мешал. Так, значит, плотно тут уже прям напрашивается коридор 0.9.20, 0.9.75. Крайне много сессий не пускают выше, просто вот прям плита. 10 заколдованный уровень, тут как бы психологически видно уже истерзали участников. Как видите, объемы идут чуть больше обычного, вот буквально в четверг, а так пятница сегодня абсолютно на малом объеме прошла. Вот если брать за текущий период, за текущий контракт, то пятница, видите, какая, абсолютно без особого желания работали. Вот этот еще уровень 0.750, давайте я его выделю. В ближайшее время он вам поможет для определения, байера еще есть или уже все. Уже все, это когда пройдут 0.750, 0.77. Сейчас мы объемчики чуть попроще поставим фильтрацию. Вот этот коридор. Тут 4 сессии стояло перед снижением. То есть, если на следующей неделе не вернуться в этот коридор и не буду там спокойно удерживать цену, возможно, будет пробитие 0.7. Там уже посмотрим. В общем, ажиотажа тут на Еврике пока нет. Тут, в общем-то, все понятно. Потихоньку спасают там каждую страну фактически уже с этим кризисом. Странно, я вбиваю 6b, это уже не смешно становится. Фунт. На фунте как раз активность появилась. Она еще была 4-3 дня назад. Вот, как раз вот в понедельник тут останавливали это снижение. И после трехдневной защиты байеры пока толкнули цену до 43.20, 43.50. Как раз вот на сопротивлении ближайшем небольшом они приостановили свою деятельность. Следующий такой уровень это вот тут. Но сказать, что это прямо уж такой реверсивный объем на фунте прошел, я бы не сказал, потому что если заходят, и там заходят такие объемы, что после такого падения должна пройти какая-то, ну, очень ликвидная ситуация. Тут как бы одной сессии мало.
Поэтому коррекции возможны, но для капитального разворота пока сигнала нет. Так, 1.4 тут как бы уже недалеко фактически. Так, это по фунту и в принципе там больше и нечего смотреть, кроме нефти и золота. Brent Crude Oil. Значит, активность ликвидную еще на прошлой неделе мы с вами заметили. Сергей, вы недавно на Wall Street Online с нами? Мы, в принципе, редко рассматриваем спай. Не спай, а S&P. Спай это ETF-шка. Мы рассматривали S&P, он самый первый рассматривается. Ну, так уже должны были привыкнуть. Индексы вначале, потом валютные фьючерсы, и потом металлы с нефтью. Итак, первая активность пошла на прошлой неделе, среда, четверг, пятница. Мы уже отметили этот момент. Немножко еще просадили, конечно, всех напугали. И самые топовые объемы на этой неделе прошли как раз вот на этом уровне 27.65, 28.2. Это вот последний блокпост. Дальше 29.7 тут через день, буквально 3 дня стояли. Уровень абсолютно, видите, не было никакого сопротивления. То есть это вполне возможна ситуация, что сначала грузили тут, потом здесь грузили объемчики. И это все пробили. Трехблочная, первый блок, третий, второй блок и третий блок и дисбаланс. То есть то, что вышли за 31, 31,5, это огромный плюс для сценария на покупку. Значит, вот пока еще, видите, здесь с этого и началось все. Вот эта сессия. И вот этот объем, который приостановил пятницу, ну, нужно проверить, чтобы прошли его. Могут все-таки там коварно сюрприз создать. Так. 31.5, 31.75. Ждем, в общем-то, на следующей неделе возврат на 32 и выше. Потом у нас идут не сильно проблемный уровень, но пускай будет у вас на сетке уровней. Там 2,5 сессии. А вот возврат к этому диапазону тут уже может быть остановка. Так, 38-36 фактически вот округлим. Это вот уровень сопротивления первый для черной нефти. Ну, как видите, если сбрать с июня прошлого года, это самые топовые объемы идут сейчас. Вот на сравнение, к примеру. То есть, ну, в течение года можно даже взять, пускай, с марта. Дело в том, что это ошибочное сравнение. Неправильно сравнивать, Олег. Смотрите, сколько здесь времени торговались на цене. Поэтому здесь и такой большой гистограммный выстрел. А сколько здесь торговались на цене. Поэтому здесь вот такая вот гистограмма. Здесь были всего лишь недельку. И эта гистограмма уже выделяется на фоне года. Поэтому сбоку на гистограмме как-то совсем много объема. На самом деле, а не мало. Неправильно сравнивайте. Такой объем был год назад, вон, в начале марта. Как раз перед ростом. Видите? А их сейчас прошло 2 недели идет. Ну, всего сессии 4, вот. Но активность 2 недели ликвидная. Теперь главное, чтобы не пустили ниже этих уровней поддержки.
пробили 32-ю спокойно, и вот налегке вернулись на $120 за баррель. Не, ну так много не надо, конечно. Но потом идет у нас уровень 43 по 46. Ну и затем полтос. В общем-то, это хорошие признаки на... В общем, надежда есть. Такие вопросы задаете. Я же не предсказатель будущего. Есть признаки разворота? Окей, критерии. Дальше уже идем сопровождать маркет и следить за тем, как отрабатывают уровни. Если бы я видел будущее, то... Даже не знаю, что ответить, если бы я был... Видел будущее. Давайте Light Sweet тоже проверим на предмет активности. Да даже на 5 минут вперед будущее видеть уже бы где-нибудь... На острове бы собирались каждую пятницу и рассматривали бы рынки. Так, тут также идет, причем уже третью неделю на лайтике. Значит, с начала нового года, 2016. Вот у нас первая массивность, 4 сессии. И вот на 28 зашли. Значит, уровень поддержки номер один. Последний блокпост. Потом 30 можно спокойно взять по 30,5. 31,5. Но нужно, чтобы вот этот массив как толкнут выше 32, потом поддерживали. Тогда это даст хорошее подтверждение на начало восстанавливающей активности. Коррекция после снижения до 33. Тут, видите, были тоже объемные сессии. Тут могут немножко сражения, может быть, за баррель, поэтому проблемный уровень, и потом уже на 36 по 38. Тут плита прям целая, как видите, 3 недели стояли, правда, объемы небольшие перед Новым годом. Вот здесь основные участки, вот они. Мы вышли за важные объемы, то есть вот этот проход 30-31,5 на спокойном режиме, причем ликвидность меньше, чем вчера, это хороший признак, что, возможно, мы увидим как минимум коррекционные динамики, и это не может не радовать, правильно? Так, золото. Вот видите, на золоте... Ой, это не золото. А, золото. Все правильно. Так, в общем-то, вот есть вопросы к этому диапазону. Ну, в принципе, с дешевой нефтью дешевле добыча золота происходит. И это, в принципе, пока и не дает сильного импульса по золоту, так как те, кто боятся обвала рынка перед выборами президента, обычно вкидывают в драгметалл, и это сразу же дает сильную динамику по золоту, а дешевая нефть, она, в принципе, из-за этого всего удерживает ее вот в одном таком подвешенном состоянии. В
Плита уже просто громадная. Я собралась тут в районе 10.68 по 10.98. Тут фактически они уже несколько месяцев стоят. Да, вот. С начала февраля, декабрь, январь уже подходит. 3 месяца стоят на уровне вокруг вот 10.75. Плюс-минус. И, ну, в общем-то, мониторить. Вот этот максимум, что-то они так испугались. И 10.86 поддерживали 2 раза, хороший уровень. В принципе, могут в этом коридорчике стоять, а потом на важные новости куда-то выйти. Главное, чтобы пробили 11.06. Вот, те, кто на те, кто будет изучать объемный анализ, 1 февраля будет базовый курс для тех, кто хочет использовать данные с биржи по объемным сделкам и платформу Wolfix. Вот с 1 февраля будет стартовый курс. А кафедра начнется с 14.03. В следующую пятницу мы встретимся и посмотрим, чем это все закончилось. Напомню, что в пятницу процентная ставка по Российской Федерации вместе с ВВП за 4-й квартал по штатам. Так что до четверга может еще динамика быть, потом уже под эту волатильность в пятницу. Будьте аккуратнее, в общем, пятницу. Так, вам хороших выходных. Вот, уже, в принципе, до конца января осталось недолго. Там еще как-то февраль, и уже будет весна. Поэтому встретимся в следующую пятницу. Спасибо, что пришли, что подождали, пока технические проблемы исправят. И всего наилучшего. Профитов, конечно. Пока.